Окончательно запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика в России планируется в 2024 году, рассказал глава Минприроды России Александр Козлов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Ранее Минпромторг считал самой крайней мерой ограничение производства и оборота изделий из трудноперерабатываемого пластика. Поэтому министерство выступало с идеей сделать акцент на углублении переработки. Таким образом, смягчались бы экономические последствия для производителей подобных товаров. Напомним, что в прошлом году это же ведомство не одобрило полный запрет пластиковых пакетов. Позже глава министерства Денис Мантуров объяснил, что он выступит «за», если только в нашей стране наладит выпуск альтернативных видов упаковки.